есть шевроны, нашивки на форме. Зачем на руках накалывать? Ну, здорово, хорошо. Вот. Мы ж не папуасы какие-то. Понятно. Ну, это я так думал. Другие думали по-другому. Ну, да, мальчишки делали на комплекс. Ну, конечно. Это ж, знаете, как вот разделся, и тут на плече. Ого-го, якорь какой-нибудь такой. Я тут мариман. Здорово. Хорошо, друзья, оставайтесь с нами. Мировой океан – это водная оболочка Земли, окружающая материки и острова. Океаны покрывают 70% поверхности нашей планеты. Если взять все запасы воды на планете, то 97% этой воды приходится на мировой океан. Друзья, доброе утро. Прямой эфир. В гостях Владимир Киценко. Человек, который 10 лет был в море, да, который знает море по-настоящему, который попадал и в шторм, и в пожар, и все-таки выжил. Все равно любит море, все равно, как сказали, ностальгия бывает, да, о море все равно. Да, который вот с радостью нам рассказывает о своих таких... приключениях, да, я бы сказала, приключения. Итак, вы молодой, вам 21, вы закончили службу, да? Почему? Да. Что, как бы, вот тонули, горели, почему все равно пошли на корабль после этого? Ну, опять же, романтика. Я еще как бы не хлебнул до конца этой романтики, да. Да? Все-таки я понимал. Нет, я понимал, это служба. Да. Вот, мир я как таковой не увидел. У нас была вторая база в Созополе, Болгария. Угу. Ну вот, единственное только, что вот в Болгарии побывал. Но хотелось посмотреть на мир. То есть романтика, она обещала мне посмотреть мир. Да. Ну, в те времена, конечно, ни денег и не выпускали так просто посмотреть мир. Угу. И вот был один только выход, это устроиться на рыболовецкое судно. Вот там же, в Севастополе, ловить рыбу. И у вас получилось практически кругосветное путешествие, да? Ну, как кругосветное. Допустим, в этом рейсе полгода мы ловим в этом районе рыбу, там, так. В Атлантике, там, океан разбивается тоже на районы. Так. Северо-запад, Атлантики, там, Центральная Атлантика. Где вы побывали, Атлантика. Чтобы мы немножко понимали? Ну, побывал, это, конечно, громко сказано, потому что полгода в море, и так. 3 дня мы куда-то заходим, 3 дня на товарку давали, так называется. Угу. Давали деньги и мог что-то купить угу. в этом городе, куда заходили. Ну, все, что успел посмотреть,